доброго времени суток. Всем привет. Сегодня приготовим аджику без уксуса. Для начала мы подготовим баночки. Баночки помыли, налили водички грамм по 50, отправляем в микроволновку, включаем на 7-8 минут, и они у нас там стерилизуются. Крышки прокипятим минутки 3-5, залили водой, вот и все, и варим их. Помидоры, килограмма 2 нам понадобится, помыли, почистили, порезали и будем крутить через мясорубку. Перец острый, 2 штуки, острый сильно у меня, поэтому я взяла 2, если у вас не очень сильный, берите 3. Отрезаем вот эти вот хвостики, плодоножки, семя я оставлю, все перекрутим через мясорубку. Перец болгарский сладкий, килограмм, помыли, порезали, почистили. У меня получилось по весу 700 грамм уже очищенного, это нормально. У нас чеснок пойдет много, чеснок 120 грамм я почистила. Сахар 2 ложки столовые, соли 1 столовая ложка, это 30 грамм соли. По весу соли 30 грамм, а сахару 50 грамм, 2 ложки столовых. Масло растительное 100-120 миллиграмм, у меня 120 миллиграмм. Прокручиваем через мясорубку помидоры, перец отправляем, все прокручиваем через мясорубочку. Также все и перец, и сладкий, и острый. Прокручиваем и сливаем в удобную вам посуду, где вы будете варить. Я в казанке буду варить, сразу сливаю в казанок. Также перец прокручиваем и все выливаем в казанок туда же к помидорам. И отправляем вариться. Варить будем ровно часик, так как без уксуса, поэтому варим чуть-чуть дольше. Если с уксусом будете варить, то 40 минут будет достаточно. Вливайте 100 грамм уксуса, если хотите. Я без уксуса варю. Закипит, прикрутим конфорочку. Сейчас я поставила на 9, чтобы быстрее закипело. Прикроем. Как закипит, крышечку приоткроем и прикрутим конфорку, не забудем. Закипело, вот сильно закипело. Все, прикрутим конфорку, чуть-чуть приоткроем вот так вот. Я поставлю на 4, либо на 5, смотря у вас как тоже, смотрите, чтобы средненько кипело. Натираем чесночок, подготовим, пока у нас там варится наша аджика. Подготовим горошек, перец штук 10, черный горошек штук 20-30, это мы в конце отправим. Итак, все подготовили, соль, сахар, масло, чесночок, все почистили. Итак, аджика у нас кипит, мешаем, не забываем промешивать. До закипания помешали и во время варки тоже помешиваем. Все, прошло мне 50 минут, за 10 минут мы отправляем остальные ингредиенты и дадим еще покипеть минут 10, чтобы ровно час варилась наша аджика. Отправляем чеснок, закладываем, выливаем маслечко, соль и сахар, все добавляем. Сахар это 2 ложки, как я и сказала, это 50 грамм получается по весу, все взвешено, проверено. Соли ровно столовая ложка, как видите, это 30 грамм, все взвешено тоже. Вот так, помешали, сейчас дадим закипеть, сильно прям закипит, 10 минут на среднем огонечке опять же поварим. И будем разливать по баночкам, вот рецепт я оставлю под видео в описании, также под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал, на инстаграм, заходите, подписывайтесь. Закипело, прикручиваем конфорочку и дадим покипеть 10 минут. За минуту до готовности отправим наш перец черный и душистый горошек. Отправляем за минуту, как я и сказала, горошек, перец черный и душистый. Промешали, прокипятили минуточку и разливаем по баночкам. Баночки перевернем на стол, укутаем одеялом до утра, а утром я уберу в шкаф на кухне, они у меня хранятся. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые-добрые пожелания. Y seré yo ne patria, y diseré si yo ne lida ne ve. Sare goja, y eche ya, y palmero un pove que ne o. Y mamole, y no vores mone que lida ne ve. Sare goja, y eche ya. И по-новому повеки не ой, мамо. И там и да, и да, и да, и да, и да, там и да, и да, и да, и да, и да, там и да, да, и 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 да, Sare io ne li da neve, sare goja io c'è ya, parla vero un po' vedi ne ho i mamole, e lo vorrei smone che li da ne ne, e sare goja io c'è ya, parla vero un po' vedi ne. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!